Ну что, ребята, будем дальше, так сказать, сражаться, как я уже говорил. Вот то, что у нас осталось с наших последнего покрытия, да, с этой медью. Мы сейчас будем делать, как я сказал, да, более мягкую, и будем наносить шпателями. Вот. Для этого у нас есть уже такая заготовочка, я уже сделал. Вот. Ну, первое, что мы еще, так сказать, поэкспериментируем, это добавим нашу авторскую лазурь, да, уже фирменного, ну, фирменного воска, Перкумовского. По той причине, что я уже сказал, да, что нас немножко подвел клей. Вот. То есть надеюсь, что, ну, вот, ПВА его не вытягивает, да, вот, крепость. Может быть, нам поможет воск. Сейчас. Ну, соотношение, то есть я так думаю, что это будет, ну, какое количество. Вот последний раз мы, ну, это, правда, мочалками, но тоже где-то литра, ну, не меньше, чем, если тут 40 квадратов, то литра 4, наверное, не меньше. Расход 200 миллилитров. Ну, я думаю, пластиковым это будет немножко полегче. Ну, вот я где-то литр, наверное, да, добавил. Вот, дальше. И вот у нас заготовка, это мы делали для коридора. Ну, я думаю, вот то, что мы вчера, да, я вам показывал, тут есть все, всего понемножку тоже мы сюда. А может и все, сейчас сюда. Да, чувствую, что все пойдет сюда. Вот сейчас я тут замешаю, потом сюда перелью, это уже будет, время покажет. Так, есть у нас еще такой секретный ингредиент. Вот. Это в свое время мы сотрудничали с израильской фирмой Fresco, в частности с салоном Elite Decor. И у нас осталось еще ну, такие пробнички мы делали. Вот. Вот я сейчас попробую добавить этого волшебного, так сказать, ингредиента. Вот. На что он похож? Ну, не знаю, даже трудно сказать ни на что. Ну, на лазурь, перламутровая лазурь. То есть это даже и не оточем-то, и не... То есть это просто вот перламутровая лазурь. То есть вот она у нас есть тоже, опять-таки, для крепости, надеюсь. Сделаем этот так дальше. Сейчас мы его затворю, я его. А ну, Олег, дай... Не-не-не, давай, я смогу. Тут не так все... она получилась у нас, ну, может, наверное, на этом мы и остановимся. Вот она такая. Помните, я вам рассказывал, что какая у нас лазурь в ведре, вот такая у нас получается и на, ну, на стене. Поэтому, так сказать, сейчас перейдем и будем наносить шпателями. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее будем. Пока.